На просмотр одной из съемных квартир Никита едет с Соней, представляя ее своей женой. Олеся начинает ревновать. Ираида устраивает Аркаши смотрины бухгалтерши, но выясняется, что да, больше подходит Сан Саныч. Левандовский всеми силами пытается отговорить Лену от мысли выходить на работу. Он дарит ей цветочный магазин, о котором Лена мечтала с детства, но у нее оказывается аллергия на цветы. Ираида и Сан Саныч выясняют, что в филармонии совсем нет денег. Лена выходит на работу в офис Левандовского и сразу оказывается в гуще слухов о его любвеобильности. Полина советует Лене не обращать на это внимания. Отношения Ираиды и Шуры не складываются, и обиженная Ираида съезжает из квартиры Сан Саныча. Олеся проявляет излишнюю инициативу в работе, чем приводит Морозова в бешенство. Ираида нанимает струнное трио, с которым начинает репетировать, по ходу выбирая из трех женщин невесту Аркаши. Лена узнает, что у Левандовского есть тайная квартира в городе.